Текс. Ну что, мои хорошие, вы готовы? Я готова вот к прямому эфиру про НЛП буду рассказывать. Неделю назад вы мне написали кучу вопросов. Они у меня вот здесь вот есть. Вот они у меня тут есть вот в айпаде. И я буду, значит, эти вопросы читать и на них буду отвечать. Ну плюс, пожалуйста, вы, конечно же, задавайте мне вопросы вот здесь вот в теле... Господи, где? В эфире! В эфире, в прямом. Пока народ, значит, у нас собирается, как всегда. Спасибо большое всем, кто читает книгу. Это круто. Прекрасные у нас города тут на связи. Я смотрю, Санкт-Петербург, Казань, Москва. Класс. Вот. Ну и как всегда уж я, естественно, сначала, когда все собираются пока что, тем, кто пришел в первом, гадаю на картах. Я вот подумала, можно погадать на знаках Вселенной, а можно на стежках-пирожках. Хочу на стежках-пирожках. У меня вот есть колода стежков-пирожков из игры «Можно». Поэтому, о, Майами, класс, доброе утро вам, значит. Ну что, дорогие, задайте вопрос. Выберите цифру 1, 2, 3 или 4. Готовы? 1, 2, 3 или 4. Спасибо вам за добрые слова про мои аудиокниги. Я очень с большим удовольствием их начитываю всегда. Поехали. 1, 2, 3 или 4. Готовы? Итак, для всех, кто загадал цифру 1, пирожок читаю. Семен успел на электричку, и там ему сломали нос. И он сидит, понять не может, так он везучий или нет. Об этом поговорим сегодня обязательно. Для тех, кто загадал цифру 2. Пожалуйста, вот такой вам пирожок. Мечтал Аркадий о высокой, манящей Таниной груди. Ой, я волнуюсь. Еще у Тани были ноги, о них мечтал Эммануил. Ой, я вообще выбрала цифру 4, но цифра хорошая. Мечтайте, товарищи. Так, для тех, кто выбрал цифру 3. Для тех, кто выбрал цифру 3. Для тех, кто выбрал цифру 3. Мы 8 лет с тобой вместе, а этой шубе 10 лет. Ты догадайся, мой любимый, о чем сейчас я говорю. Это для тех, кто выбрал цифру 3. Цифры 6 у нас нет. Все, кто выбрал больше 4, у вас цифра 4, дорогие товарищи. Цифра 4 у всех, кто выбрал 4 и больше. Нету других цифр. Спасибо большое за комплименты, что я красивая, мне приятно. Итак, для тех, кто выбрал 4, а также 5, 6, 7 и что там вы еще написали, хотя предлагала от 1 до 4, читаю, и у меня тоже цифра 4. Мечтал душою отогреться в объятиях нежных, но, увы, ты все испортила вопросом, кто вы? Вот. Ну что ж, сегодня хочу поговорить с вами про НЛП и... Это действительно моя задача, вам рассказать, что это такое, но при этом я договорилась уже с вами неделю назад, что вы мне можете задавать любые вопросы о мироустройстве, а я буду на них отвечать и говорить, при чем здесь НЛП. Вот. Ну и, соответственно, как всегда, по традиции, что-нибудь разыграем. Я еще не знаю, что... А может, не разыграем? А может, разыграем? Не знаю, пока не придумала. Так. Ну, собственно, вопросы. Вы мне пишите, пожалуйста, тоже вопросы здесь. Как это понять теперь, спрашиваете вы, про стежки-пирожки? Ну, давайте с этого и начнем. Дело в том, что любая метафорическая карта, любой анекдот, любая вот эта вот история, это метафора. Как работает метафора? Это, кстати, очень ненаупишная тоже история. Как работает метафора? Метафора – это когда ты ставишь какую-то аналогию. Ну, например... Как объяснить сложное какое-нибудь понятие, например, я не знаю, там, верность, или, например, как объяснить, что такое успех, как объяснить, что такое прибыль, да, нужно найти какой-то очень точный аналог из чего-то очень-очень понятного. Поэтому вот так и делают, собственно, метафоры издревле. Если вы посмотрите, все великие книги на метафорическом языке написаны, Библия, Коран и Тора, все. Там такие притчи, метафоры, вот ты должен понять что-то такое свое. И, собственно говоря, современный аналог, как мне кажется, куанов дзенских, это вот стишки-пирожки или анекдоты и метафорические карты. Ну, спасибо большое, мне приятные комплименты, что вы говорите, что я хорошо выгляжу, что мне идет цвет джемпер. Это платье такое, платье ассасин называется. Вот, мне оно тоже очень нравится. Ну что ж, спасибо за курс «Можности, жизнь стала ярче». Ура! Какая тема эфира?
тема эфира – это что-то, ну, собственно, у меня начинается в субботу курс НЛП. Курс НЛП, тайный НЛП, он идет практически целый учебный год, и я туда набираю народ. Вот сейчас мы учимся один раз в месяц, у нас два полных дня прям в Зуме, и потом еще всякие события. Я сейчас вот эту неделю прям интенсивно вас загоняю, а потом больше не буду ничего про НЛП особо писать, потому что мы уже начнем работать с группой, и будет не до этого. Не до вас, ну, в смысле, до вас, но я не буду вас уже зазывать. Поэтому сегодня мне хочется как можно больше... Можно любые вопросы задавать на любую тему, я буду честно давать на них ответы, а вы, пожалуйста, мне, соответственно, пишите вопросы. Вот, я буду стараться, чтобы НЛП у нас, собственно, здесь присутствовало. Вот. Психолог с инженерными мозгами – это лучший психолог, по моему мнению. Структурировать неструктурированно – это высший пилотаж. Спасибо, Таня. А как устроена структура? Это вот вопрос из поста, который был неделю назад, где я просила вас как раз задавать вопросы. Так, я сейчас расскажу, как устроена структура, но прежде отвечу, когда концерт или вечер в Москве, нам очень надо. Вечер в Москве, как говорится, скрестим пальчики, если все удастся, и, собственно, Собянин нам ничего такого не придумает, то 19 ноября в 7 часов вечера в прекрасных белых облаках состоится бесплатная встреча с читателями. Вот такой пока план. Так, вот, спасибо, куча вопросов, уже пошли. Про структуру все расскажу целиком как раз в процессе. И вот, собственно, пошли вопросы. Почему принято бояться НЛП? Почему принято бояться НЛП? Ну, как анекдот есть такой, отвечу метафорой, да. Когда сидит хомяк, и рядом с ним сидит обычная мышь. И обычная мышь, да, такая говорит: слушай, почему так нечестно? На нас ставят мышеловки, нас там всячески травят, а у тебя... Понимаешь, шелковые подушечки, импортные корма. Как так-то? Почему? Почему так устроено все? Тот говорит: да как почему? Потому что у тебя просто пиар плохой. Ну, просто в 90-е годы, когда НЛП только-только-только входило, популяризировалось, в этот момент его, ну, вспомните, какие были 90-е, его рекламировали как оружие манипуляции, защиты от манипуляции, в общем, такое вот оружие. Ну, и, собственно, с тех пор НЛП и манипуляция укрепилась в сознании, хотя НЛП вообще не про это, НЛП про то, как улучшить качество жизни. Манипуляция – это вот такой маленький кусочек из вот такого огромного, видите, опять метафора, из огромного совершенно пласта того, что такое НЛП. Можно ли с помощью НЛП избавиться от страхов? Да, можно. Сегодня, кстати, я у себя в сторис сделала перепост Никиты Подлесного, который писал об этом. Как раз он у меня сейчас прошел курс практик. Давайте, самая простая штука. Прямо я очень практические вещи даю. Даже не надо прям полностью курс проходить, чтобы какую-то хотя бы крупицу пользы получить для себя. Значит, как устроен страх? У страха глаза велики, и страх абсолютно не уживается со смехом. Если вы смотрели «Гарри Поттера», там был такой прием, назывался «Богарт», да, когда там что-то страшное ты себе представляешь, и надо из этого срочно сделать смешное. Вот прямо сейчас подумать о том, чего вы боитесь, я не знаю, там вы боитесь чего, пауков, или, может быть, там чего, дефолта, или нового локдауна, и вот сразу надо это сделать чем-то смешным, потому что великая сила воображения, за что я люблю НЛП, потому что НЛП показывает, что сила воображения велика. Когда ты что-то себе представляешь, то сразу же начинаешь это чувствовать. Ну, давайте. Вот представьте себе, что мы берем лимон и вот так вот отрезаем половинку, и тоненький еще ножом ломтик такой срезаем. Рот наполнился слюной, да? Есть такое? Да, так работает организм. Поэтому, если я себя начинаю пугать, чаще всего страх... Это не фобия, когда прям действительно что-то реальное случилось. Я начинаю себе что-то придумывать. И гормональная система начинает на это тут же реагировать, гормоны стресса вырабатывать. А зачем, если можно придумывать вместо этого что-то смешное? Вот попробуйте такой прием, как только ваш внутренний голос начинает тебя пугать и говорит: вот, пойдешь вечером, а там сразу вспоминайте стишок «Пирожок». Перед Оксаной в темном парке Олег распахивает плащ. Под ним второй. А дальше третий. Оксана терпеливо ждет. Ну и сразу становится смешно. Думаете, встречу маньяка, буду терпеливо ждать. И сразу, кстати говоря, я однажды была в такой ситуации, она была совсем не смешная, но я знала, что себя надо вести, ну, при встрече с маньяками, как себя вести, потому что я до этого работала на телефоне доверия, в службе спасения, и, ну, благодаря НЛП, опять же. И знала, собственно, как себя вести. И я не делала вообще никаких движений, не шла ему навстречу, не играла в его игру, не боялась, но и не активничала, просто стояла и все.
И, в общем, он постоял, отпустил меня и ушел сам. И вот так. Так бывает. Так, Татьяна, как понять, в чем мое предназначение? Угу. Как понять, в чем мое предназначение? Отличный вопрос. Очень про НЛП. Потому что предназначение, что мы под этим понимаем, да? Иногда кажется, что это что-то такое должно быть сверху. Там кто-то должен прийти и сказать тебе, твоя задача вот в этом. Ну, как в анекдоте, когда, значит, на том свете уже обсуждают там люди разные события, что там. И вдруг один говорит, мучается, блин, так хочу понять, в чем было мое предназначение. Ну, его отводят к главному. Говорит, как понять, в чем мое предназначение? Говорит, вы точно хотите знать? Говорит, да. Ну, вспомните 1978 год. Он говорит, ну, помните, вы отдыхали в Сочи? Говорит, да. Помните, вы сидели в ресторане, и рядом с вами за столик села Алла Пугачева? Да. Помните, она попросила вас передать соль? Ну, вот и все. Конечно же, вы не это имеете в виду, правда? Давайте я отвечу кратко и длинно. Кратко, вот в книге «Мне все нельзя», вот она, вот эта книга, про это написано очень подробно. Здесь, собственно, о том, как найти и монетизировать действительно свои таланты и то, зачем ты действительно можешь, чем ты можешь быть полезен миру. Вот. И а в НЛП есть прямо целая техника, называется интеграция логических уровней, можете погуглить. Но все-таки, когда мы учимся НЛП, мы учимся прям системно мыслить и системно работать, и задавать вопросы себе, и не просто задавать вопросы себе, а входить в разные состояния. И таким образом получится действительно очень четко понять, куда же я, про что я, как я пойму, что я счастлив. Вот это прям очень важная штука. Как снова полюбить свою работу? Ключевое слово «снова». А очень просто, Лен. Я вижу тебя, что ты, Лена. Смотри, все просто. Можно вспомнить, когда-то ведь ты любил свою работу, правда? Это, кстати, вообще очень частая история. Дело в том, что тело наше и наша нейрология помнит все абсолютно. У нас все заархивировано, все файлы хранятся. Если я помню, что я когда-то свою работу любил, любимый НЛПерский вопрос, мы же НЛП — это нейролингвистическое программирование. Значит, как-то внутри нас это запрограммировано, правда? Давайте узнаем. Вот неважно, если вы снова хотите полюбить работу, полюбить, там, не знаю, какого-нибудь человека, полюбить гулять с собакой, все, что вы, условно говоря, любили и разлюбили, давайте делать это вместе прямо сейчас. Потому что на курсе у нас вообще куча практики, мы там постоянно находимся в таком потоке. Давайте прямо сейчас пробовать. Значит, как вы узнали, что вы когда-то эту работу или там этот процесс любили? Как ты это понял, любимый НЛПерский вопрос? Ну, я это как-то чувствовал. Как ты это чувствовал? Где? Где это место в теле? Что ты в этот момент чувствовал? Ну, там была какая-то такая... Давайте я тоже там... Там была такая какая-то солнечная батарейка большая, вот такая вот, которая светилась и грела. И заметьте, как только вы начинаете об этом говорить, у вас прям начинается в теле это ощущение. Или, ну, это выглядело таким солнечным и радужным, а сейчас все такое серое и блеклое. Отлично. Вот и код. Если оно сейчас серое и блеклое, а было когда-то солнечным и радужным, так фотошоп, как говорится, вселенский нам с вами в помощь. Давайте попробуем сами внутри раскрасить эту картинку так, чтобы действительно у вас появились, ну, именно такие цвета, как они были, чтобы она была от вас так же близко или так же далеко, да, чтобы она вот сияла этими красками. И чем больше вы будете вспоминать тот период, если уже... Ну, это уже техника НЛП, там еще кое-что нужно. А на эту тему давайте более общий дам комментарий. Чем больше вы будете вспоминать, как это было здорово, что вас в ней радовало, может быть, достанете старые фото или видео, может быть, действительно вспомните, почему вы вообще тогда захотели ей когда-то заниматься, тем больше у вас подгрузится это состояние. Бывает, что оно потом гаснет после каких-то событий, ну, как в стишке «Пирожки» Аркадий жизнь проводит в страхе, он в детстве пережил пиздец и опасается все время, он рецидив пиздеца. Да, такое может быть, но все равно, если вы вернетесь в момент до этого момента, да, до события, которое потом все перечеркнуло, то вы получите доступ к этому состоянию. Вспомните еще один вопрос сюда же. А что такого важного было для вас тогда в этой работе и что по-прежнему важно? Когда приедете в Санкт-Петербург? Совсем недавно там была, ребят, не знаю теперь, когда приеду. Какие вопросы? Опять со своим платьем. Глаза и платье одним цветом. Ребят, я люблю платье, я люблю красоваться и выгулять. Я очень страдаю от того, что у нас программа онлайн. Мне пришлось из-за этого, видите, волосы покрасить специально, чтобы хоть чем-то выпендриваться. Так я обычно выпендриваю платьями. Выпендриваюсь платьями всякими. Ну, мне нравится играть в это. В конце концов, хоть у меня фамилия мужицкая, но я же девочка в конце концов. Да, я на НЛП, прям у меня...
Ну, смотрите, у нас на НЛП сколько? 9 модулей по 2 дня, и еще между ними занятия. Я ни разу не повторяюсь в одежде. Это прям принципиально важно. Меня когда-то этому научили телевизионщики. Они говорили, что... ну, так понятно, где какой день, да, когда нарезка идет. Как попасть к вам в команду? Сложный вопрос, потому что мы, в принципе, никого особо-то не ищем. У нас она, в принципе, заполнена. Но исторически люди как-то к нам попадают собственным добрым сердцем, инициативой. И совершенно точно, когда есть один язык, то есть совершенно точно мы говорим на одном языке, то есть человек проходил у нас или зеркало, или НЛП, то же самое, да, и мы друг друга понимаем, во-первых. А во-вторых, ну, действительно, как-то звезды так складываются. Все идет через нашего директора Макса Дранко. Татьяна, вопрос. То, что делала, уже не зажигает, а куда пойти в новое, не пойму. Угу. Как понять и уже пойти? Ну, я уже сказала, книга «Мне все нельзя» вам очень может в этом вопросе помочь. Ну и пойдем на курсы НЛП, там очень точно можно это разобраться. Лена, мой нематематический ум стал инженерным после первого тайного НЛП. Конечно, потому что что такое, что значит инженерный? Я инженер. Я закончила физмат-школу, я училась в институте стали и сплавов на очень непростом факультете. И мне нравится такое. У меня родители, там папа доктор технических наук, мама инженер. И мне очень нравится такой подход к миру. Когда мне действительно мама задавала вопросы, типа, чтобы, ну, я ее очень сильно донимала, видимо, когда мы там ждали. Я вообще терпеть не могла ждать, и сейчас терпеть не могу. И она меня спрашивала, ну, хорошо, а как вот эта вот стеклянная крыша с автобусной остановки, почему она не падает? И вот мне надо было сопромат каким-то образом этот понять, да? И вот такой пытливый ум, он родил во мне системное мышление, и я привнесла в НЛП то, чего не было до меня, 3 оси координат. Я говорю, что как устроен 3D-реальность у нас, да, длина, ширина, высота, мы в ней живем. Вот НЛП описывает психологическую реальность, и там есть тоже 3 координаты. Если вы даже одно это поймете с сегодняшнего эфира, мне кажется, ваша жизнь качественно изменится, особенно все, что касается коммуникации. Есть 3 оси. Одна ось – это ось задач. Все, что можно измерить, монетизировать, понять. Вот задача – это что конкретно, сколько точно вешать граммов, да, то, чтобы точку навигатору, куда мы едем. Вторая ось – это ось отношений. Да? Если мы с кем-то общаемся, даже с самим собой, все равно в каких мы отношениях по отношению друг к другу. То есть мы конкуренты или мы друзья, мы друг друга любим, мы доверяем или мы не доверяем. Отношения, насколько близкие или далекие. Вот это вот вторая ось. И третья ось – это ось энергии, в каком мы находимся состоянии. Бывает так, что человек какую-то ось, или то иногда и две, например, вообще исключает. Ну, очень простой пример. Вот сейчас скоро новогодние праздники, ну, уже скоро. Я уже вижу, что появились новогодние витрины, значит, уже скоро, да? И люди говорят, как, вот я вас спрашиваю, как вы хотите отметить Новый год? По оси задач будет ответ такой. Я хочу отметить Новый год там в квартире с родственниками, да, чтобы была елка, там 4 бутылки шампанского, жареная курица, к примеру, там майонез, и вы будете перечислять все, что должно быть на столе. Это по задачам. По отношениям. Да, и, ну, это, кстати, самое простое. Нас этому учат. По отношениям. Это уже более, менее очевидная задача, более сложная. По отношениям. Как вы хотите отметить Новый год? Я хочу, чтобы мы друг другу радовались, чтобы мы любили друг друга, чтобы была атмосфера тепла. Я хочу, чтобы мы были друг другу рады, чтобы рядом были близкие люди, с которыми мы говорим на одном языке, чтобы мы играли в игры, и нам было весело. Да? Вот это вот про отношения. И теперь про энергию. В каком состоянии? Вот я всегда говорю, что к любому желанию надо добавлять фразу «легко и радостно». Вообще к любому. Потому что если вы по оси энергии не загадали «легко и радостно», то будет Новый год, в кавычках, как всегда. Упахаться, уделаться салатов до 23:30, разозлиться на всех, со всеми перессориться, жрать, сидеть этот салат, смотреть президента. Ну что это, блин, такое, ребята? Нет, если я наоборот, если я счастливая, довольная жизнью, то совершенно не важно, чем мы заняты. Если рядом со мной хорошие люди, мы придумаем, чем заняться. На тему оси энергии есть очень хороший анекдот, который мне рассказал один пожилой такой седой еврей. Он говорит, Рабинович, таки говорят, вы были в Иерусалиме. Да, я был в Иерусалиме. И таки говорят, Иерусалим вам не понравился? Да ну что ж, не то чтобы... Ну что, вам поездка не понравилась? Да, мне поездка не понравилась. Так что, Иерусалим вам не понравился? Да что ж такое, Иерусалим-то мне понравился. А что, я себе в Иерусалиме не понравился? Вот так бывает, что все хорошо, и деньги есть, и все замечательно, но
если я себе не нравлюсь, то я могу такие себе и всем остальным испортить. И отпуск, и каникулы, и выходные, и все что угодно. Вот три оси в коммуникации в этой 3D-модели, если мы начинаем думать и действовать, по каждой из осей есть свои инструменты. Татьяна, как вы думаете, почему мои желания сбываются у моих родственников и знакомых, а не у меня? Вот это интересно. Я подозреваю, что, наверное, вы очень круто умеете зажигать других людей своими желаниями, а сами в них, может быть, не очень верите. Для того, чтобы они сбывались у вас, очень рекомендую вам мою книгу «Теория невероятности». Вот она. Или сыграть в игру можно. Там вот коробочка стоит, видно. Это здесь довольно много. И прямо здесь есть мастера в чате. Я вижу их. Вот. Ну или, собственно, на НЛП будем разбираться, потому что иногда желания не сбываются, потому что там внутри какие-то убеждения говорят, что это невозможно или будет плохо. Ну, что-то мешает внутри, да? Вот, может быть, поэтому. Как настроить себя на работу и организовать ее на удаленке? Это вообще очень интересная штука, потому что для этого нужно очень четко. Давайте попробуем прямо сейчас вместе с вами. И сегодня, кстати, надо в сторис выложить очень ржачную карикатуру увидела. Там Владимир Ильич Ленин сидит в шушском шалаше, и написано было «Первый, собственно, основоположник удаленной работы». Я ржала над ней. И тут вы спрашиваете про удаленную работу. Значит, про удаленную работу. Татьяна, я за вашим обаянием смысл теряю. Муа! Это значит, ось энергии и ось отношений, они, значит, переваливают через смысл. Хорошо, я постараюсь быть более-менее обаятельной. Вот. Итак, как организовать удаленную работу? Давайте вместе. Что вы хотите? Для этого надо очень точно сформировать цель по трем осям. Что вы хотите по оси задач? Как вы поймете, что ваша удаленная работа организована хорошо? Со скольки до скольки? Сколько часов? Какие перерывы? Какая должна быть техника? Какого качества интернет? И вот это вот все вы прям очень хорошо должны для себя прописать. По оси отношений. Да? С кем вы должны в этой работе договариваться? Кто еще в этом участвует? По оси отношений вдруг окажется, что это не только отношения с рабочим коллективом, что это нужно наладить отношения с семьей. И семье как-то объяснить, что вот если здесь висит, там, не знаю, синий шарфик, значит, я на работе. Шарфик сняла, значит, я дома. Если я в тапочках, значит, я дома. Если я в туфлях, значит, я на работе. Да? То есть надо как-то об этом договариваться. И, соответственно, надо договариваться с коллегами тоже. Коллеги, у меня дома бегают маленькие дети, поэтому вы, пожалуйста, на совещаниях не материтесь. Да? Ну, например. А энергия, вот это самое главное, потому что удаленная работа, как, собственно, между прочим, и все, что касается онлайна, и Инстаграм в том числе, он удивительный, потому что он дает иллюзию присутствия, да, как будто бы, а отдачи такой энергетической, когда мы общаемся, вот нет. И на нашем, кстати, курсе NLP практик мы прямо его выстроили так, что и там вот не дадут собрать ребята, я вижу, что они здесь есть, кто у нас учился, что там действительно постоянная иллюзия присутствия, и мы много занимаемся телом. У нас там есть специальный Варя Сазонова, тренер, который отвечает за тело, за ось энергии. И как только кажется, что мы устаем, энергия падает, мы там делаем какую-нибудь физическую разминку, естественно, привязывая ее к методам НЛП. И это прям очень важная штука. Поэтому для себя ответьте на вопрос, что конкретно, да, делать, в каких отношениях с кем, и как я хочу конкретно себя чувствовать. Так. Это так. Добрый вечер. Пиар и маркетинг. Ёжик, белка и крыса почти одно и то же. А отношения к ним разные. Да, совершенно точно. Что делать, если метафора денег у меня радуга? Это вы про денежные метафоры говорите, да? Да, есть такой у меня мастер-класс, на Ютубе лежит бесплатно, и написано об этом в книге «Мне все нельзя». Давайте, посмотрите, пожалуйста, мастер-класс на Ютубе, там очень подробно я на эту тему рассказала. Но просто реальностью радугу сделать невозможно, радуга – это иллюзия, которая появляется изредка. Но радугу можно делать, например, направляя солнце на, как это, или свет на струю воды. Поэтому можно делать много маленьких радуг специально. Так делают киты. Вы такая клевая, глаза грустные. Я не знаю, так бывает. Бывают и грустные глаза, бывают веселые. Может быть, я поэтому и клевая, что я живая. Это, кстати, у меня грустные глаза. Ну-ка. Надо вам сказать удивительную вещь, что живые люди испытывают разные эмоции. И я буду на этом настаивать отныне и во веки веков. Ходить и улыбаться так все время, не-не, так не пойдет. Есть такой анекдот, когда выступает представитель
техники безопасности в школе и говорит: дети, нельзя на стройке ходить без каски. Вот мальчик и девочка ходили по стройке без каски. Ходили по стройке. Мальчик был без каски, а девочка была в каске. И вот они ходили без разрешения по стройке, им на голову упала плита. И вот мальчик, между прочим, вот его прям убило, а девочка нормально. И прям ходит и улыбается. Да, и все остальные говорят: да знаем мы эту девочку, она до сих пор ходит в каске и улыбается. Не-не-не, я не про это. Я имею право быть разной, и вы имеете право быть разные, и все эмоции хорошие, нет эмоций позитивных и негативных. И вот вы просто по оси энергии это будет гулять туда-сюда, и для разных задач, возможно, нужны разные эмоции. Я не знаю, что вы там увидели в моих глазах, возможно, это ваша проекция, может быть, вам грустно, и поэтому вы на меня так смотрите. Не могу вам сказать, но действительно в НЛП это тоже интересно, потому что когда мы формулируем тот или иной запрос, то нам очень важно посмотреть на этом запросе, в каком состоянии я хочу быть. Не знаю, мне кажется, у меня хорошее состояние для этого эфира. Если вы будете много искать грусти в моих глазах, то вы ее найдете. Мало того, даже меня сможете убедить, я могу расплакаться. Некоторые видели, как я плачу в сторис. Так бывает. Я живой человек. Примеры из жизни в ваших книгах просто до слез. Благодарю. Так я сама реву, когда пишу, когда начитываю аудиокнижки, вообще просто, просто это меня там аж трясет до глубины души. Я это все честно, искренне делаю. Это тоже НЛП-шный, кстати, навык. Сделать так, чтобы передать эмоцию, потому что про книги. Давайте скажу тоже. Это в чистом виде НЛП. Сейчас объясню, в чем. Очень многие люди пишут посты или пишут тексты или пишут книги просто, чтобы книгу написать. Просто чтобы это неправильно. Я считаю, что книгу надо написать так, чтобы ее хотелось читать. Это другая задача совсем. А значит, опять задача, отношение и энергия. Да? Значит, нужно уметь передавать состояние и настроение. Значит, нужно использовать метафоры. Значит, нужно... А и почему я люблю сама начитывать аудиокнижки? С помощью голоса, да, я вкачиваю энергию туда. Очень много ее. Иногда, кстати, у меня бывало после сессии некоторых, ну, там по 4-5 часов идет сессия записи в студии. Я садилась в машину, еще полчаса рыдала. Не потому что мне плохо, а потому что вот эта энергия, мне надо было как-то заземлиться и успокоиться. Потому что я очень много энергии вкачиваю всегда и в тексты, и в книги, и в посты, кстати, в инстаграмные, и а уж в аудиокниги так вообще. Чем занимается НЛП-мастер? Он консультирует как коуч. Ага, это интересный вопрос. Вообще, чем занимается после курса НЛП? Есть разные варианты. Вариант первый. Чем занимался раньше, тем и занимается, потому что НЛП – это не обязательно про профессию. У меня, например, на НЛП были руководители, например, IT-служб, или там HR-ы, или были учителя, были преподаватели, были тренеры спортивные, были люди, которые просто программисты. И они продолжают этим же самым заниматься, просто качество жизни у них меняется, возможность договариваться с другими людьми, меняется. Ну и как-то они становятся более счастливыми и везучими, как говорит мой сотренер Саша Родионов, with no fucking reason. То есть без какой бы то ни было на то снаружи причины, да? Это первое. Второе, конечно, можно быть профессиональным консультантом. И я скажу об этом честно. Мы даем возможность, если у вас есть высшее образование и есть диплом российский, это важно, о высшем образовании, то на базе курса НЛП можно получить свидетельство о дополнительном образовании практического психолога онлайн-консультанта. И вы сможете консультировать. И у вас будет очень крутой набор техник, прям действительно тот, который дает вам возможность принимать клиентов, решать их задачи очень четкие и действительно работающие. Я, собственно, за это полюбила НЛП, потому что я одновременно учился НЛП на факультете психологии, и, наверное, сколько я получила инструментов, реально работающих на НЛП, факультет психологии ничего из этого мне не дал. Хочется начать новое дело, но сыкотно. Вдруг выберу не то направление. Получила 2 престижных образования, но не моих. Смотрите, Жан, какая штука тут. Что для этого в НЛП есть техника Уолта Диснея. Техника, давайте я тоже на пальцах расскажу. Конечно, лучше делать ее. Пойдемте на курс с нами, все у вас будет отлично. Можно протестировать. У нас вот на НЛП был тест-драйв. Был тест-драйв, можно было попробовать и понять, мое, не мое. Если у вас есть возможность сделать тест-драйв, это вообще идеально. Если нет такой возможности, технику Уолта Диснея можно сделать самостоятельно, можно попросить, по-моему, она, кстати, тоже есть у меня в книге «Мне все нельзя», можно попросить кого-то из НЛП-практиков, которые прямо здесь сейчас присутствуют. Она делается так. Сначала человек мечтает и представляет себе идеальную картину, как бы он хотел, допустим, это дело. Потом он физически идет в роли реалиста.
реализатора и на себя прям примеряет, как это будет мне. Потом идет в роль критика, находит слабые места. И, вот это очень важно, большинство обычных людей в роли критика просто говорят, ну, это все плохо, все, все, как хирург, знаете, делает операцию, потом говорит, ничего не получается сегодня у меня. Вот, не-не-не, критик не для этого. Критик нужен для того, чтобы найти слабые места, раз, и поставить вопрос для мечтателя, два. То есть, например, говорит, ну, это хорошее дело, но там мало денег. И, соответственно, что? И, соответственно, мы там ставим вопрос для мечтателя, как сделать это более финансово интересным, или где в этой области больше денег. И тогда мечтатель снова начинает новый круг. То есть NLP – это способ по-другому мыслить, по-другому обрабатывать информацию. Вот в чем главное дело. Страх болезни близких людей. Страх болезни близких людей – это в чистом виде додумывание. Давайте так, если вы ловите себя на... Это вы знаете, если есть внутренний критик, значит, должен быть внутренний хвалитель. Если есть внутренний пугатель, значит, должен быть и внутренний ободрятель. Вот если вы боитесь за здоровье близких людей, то как только вот такая мысль пришла, сразу же прямо осознанно выписывайте или, да, или нет, или будет все гораздо лучше, и представляете себе, как наоборот может быть очень хорошо. И здесь есть еще один интересный момент, потому что у нас в башке... Вот про болезни мы все знаем, а про здоровье нет. Вот когда я тебя спрашиваю, хорошо, вот не хочешь болеть, а что ты хочешь вместо этого? Хочу быть здоровым. А это как? Как ты поймешь, что ты здоров? Интересный вопрос, между прочим. Как правило, человек говорит, ну это когда я не болею. Нет, нифига, не прокатит такая штука. Нельзя уйти откуда-то, можно только прийти куда-то. Вот эта вот история про Харджуна Средина, который говорит, не думайте о белой обезьяне. Вот не думайте сейчас о белой лохматой прыгающей обезьяне, не думайте про нее. Не выйдет, понимаете? Можно думать про все, что угодно, про лохматую собаку, про белую белку, про все, что угодно, но только не думать про белую обезьяну нельзя. Тема здоровья очень болезненная и табуированная в нашей стране, потому что все думают про болезни, и мало кто думает про моменты, когда он здоров. Давайте так, каждый день отмечайте у близких людей, как вы поймете, что они здоровы. Вот сегодня, я сегодня здорова, почему я сегодня здорова? Да я себя отлично чувствую, я забежала пешком на 4-й этаж, и мне было от этого легко, я даже не запыхалась. Вот я здорова, класс. Или, например, я сегодня там бодрая проснулась, и целый день бегаю, ношусь тут, занимаюсь делами, и я себя хорошо при этом чувствую. Вот, находите моменты, как вы понимаете, что вы здоровы, как вы понимаете, что ваши близкие здоровы. Тогда ваше сознание будет занято по-настоящему интересными задачами, а не вот этими страхами. Так, вопрос из поста, да? Зачем на Землю приходят особенные дети? Мой любимый вопрос, человек пишет. И это действительно вопрос непростой, потому что это вопрос философский. Я не уверена, что на это может ответить НЛП. Но я думала об этом целую неделю. Он самый сложный для меня оказался. Потому что если бы я была Иисусом Христом, наверное, я бы знала ответ на этот вопрос. Но я подумала вот о чем. Мы, конечно же, все находимся в системе большего размера, которая называется Вселенная, Бог, там, судьба, как угодно можете это называть. И там есть то, чем мы управлять точно совершенно не можем. И вот эти вот особенные дети, они каким-то образом в нашу жизнь, наверное, приходят, в жизнь каких-то людей. Но если в жизнь человека приходит особенный ребенок, возможно, это для того, чтобы человек научился любить. Я думала об этом, честно, об этом вопросе, очень прям мурашечный он для меня. Я приз даже этому человеку выдам. Вот. Потому что... уметь любить, как это, знаете, есть такой пирожок, невесту все любить гораздо в прекрасном платье и фате. Вы полюбите тараканов в ее измученном мозгу. Любить совершенство легко, а вот научиться любить сердце и душу вне зависимости от формы, вот это, наверное, высшее искусство. И для меня НЛП про любовь, и для меня, например, НЛП это действительно про то, как преодолевать какие-то барьеры и гораздо больше ресурсов и уметь... действительно, вырабатывать и для себя, и для других, да, то есть быть таким вселенским Wi-Fi. Какая у вас потрясающая мама, мне пишут. Да, мама у меня потрясающая, это правда. И мама у меня сейчас на Ольхоне решила там зимовать. Она сказала, ну, у вас с вашей пандемией, я здесь хожу. Она, кстати, 82 года, маме на минуточку, тьфу-тьфу-тьфу. Мама ходит с палками на гору, с горы на Ольхоне поднимается, там просто, вообще просто мега молодец. И она говорит,
Понимаете, говорит она, надо обязательно развивать любую мышцу. Если я буду сидеть сиднем, все у меня очень быстро очерствеет. А я хочу двигаться, движение жизни. И это касается абсолютно всего. И вот надо вам сказать, что наши с мамой отношения за, наверное, последние 30 лет стали гораздо лучше, чем были. И я считаю, что это тоже во многом заслуга НЛП. Потому что я маму, например, научила верить в дружественную вселенную. Я маму научила формулировать желания. Мы с мамой очень много разговариваем о жизни друг о друге, пересматриваем какие-то ситуации, иногда ссоримся, но миримся потом. Вот что важно. И вот это вот тоже да. Как вы считаете, разные психологические техники решают разные задачи или дополняют друг друга? Я считаю, что здесь нет «или». Они и решают разные задачи, и тем самым дополняют друг друга, конечно же. Тут спрашивали, что НЛП от психологии, чем отличается НЛП, это и есть часть психологии. И психология бывает очень разная. И работает, конечно же, не техника, работает, конечно же, человек, работает специалист. И НЛП-специалист применяет НЛП-техники. И этим отличается, во-первых, а во-вторых, он определенным образом системно мыслит. Он совершенно по-другому видит запрос, и иногда бывает, что изнутри системы систему описать трудно. С помощью НЛП гораздо проще. Так, я боюсь очень реальные вещи. Только что потеряла ребенка, теперь боюсь еще раз это испытать. Не могу придумать ничего смешного. Это совсем другой страх, конечно, Ириш. Здесь не надо делать то, что я говорю про смешное. Это совершенно не смешно. Это самое, что ни на есть, серьезная травма. И такую травму, конечно же, надо проработать со специалистом. Со специалистом по НЛП, например, или с психотерапевтом. Это можно сделать. И для этого есть серьезные психологические техники. И они основаны вовсе не на смехе, они основаны вот на чем. В тот момент, когда какое-то горе происходит, когда происходит сильно травмирующая ситуация, у нас нет никакого другого ресурса. Мы не можем на эту ситуацию никак воздействовать. Но уже из момента, когда все уже относительно хорошо, можно вернуться назад и перепрожить ее с помощью близких, которые мы не получили тогда, а могли бы, совершенно с другим видением, для того, чтобы действительно защитить себя и сделать себя более сильными, более устойчивыми. И это непросто. Я вот сама, кстати, сегодня вернулась только с сеанса психотерапии. Может быть, поэтому мне еще вы видите какую-то грустинку в глазах. Работа над собой очень непростая работа, правда. Но она окупается сторицей, а то и в 1000 раз окупается совершенно точно. Поэтому Ира, я так понимаю, да, что, пожалуйста, идите на консультацию. Привет с оранжевого чата, привет оранжевому чату. Оранжевый чат – это чат, который возник стихийно после одного из первых наших марафонов, который мы проводим один раз в сезон, то есть зимний, весенний, летний, осенний. И там народ уже тусит сам по себе без меня, чему дико я радуюсь, потому что мне меньше всего хотелось бы быть такой таблеткой, на которую подсаживаются, чтобы я все время была. Мне гораздо больше нравится, когда вы берете не рыбу, а удочку и делаете все сами, друг друга поддерживая. Найти своих и успокоиться – это один из моих любимых девизов. Таня, а можно раскрыть техники НЛП на примере вашего замечательного рилса над облаками? Да, над облаками. Это, конечно, это получилась спонтанная история. Кит, когда играл на Ханге, вообще не знал, что мы эту музыку будем использовать. Лена, конечно, чудесная Лена, музыкант. Прости, Ленка, я не научилась еще твою фамилию. Кюберсеп, по-моему, правильно произносить. Она вот туда музыку наиграла и ее обработала, и я наговорила текст. Он был спонтанно наговоренный в потоке, но там есть несколько техник НЛП. Первая техника НЛП заключается ровно в том, чтобы подняться... Ну, серое меняется на цветное. Это вот изменение субмодальности техника называется. Мы ее делали, когда работа стала тусклая и серая, да, можно ее раскрасить. Вторая техника – это подняться над облаками. Иногда бывает, что ты прям очень близко рассматриваешь ситуацию и видишь там абсолютно все дефекты. И вот просто называется «На тебе сошелся клином белый свет». Может, вы такую песню слышали, да? Но если ты отодвигаешься дальше, у тебя обзор увеличивается, дополняются другие детали, и ты можешь совершенно иначе оценить ситуацию, да, на общем фоне. Это вот над облаками, там всегда солнце. Третья техника, которая там есть, это метафоры, мы с вами уже про это знаем. Я провожу аналогию между тем, что солнце всегда над облаками, и тем, что у тебя внутри всегда есть источник ресурса, источник солнца, источник света, потому что я искренне считаю, что каждая душа, она светится изначально, а то, что она почему-то этот свет не пропускает или он не проходит, это какой-то глюк системы, и надо ее просто наладить.
Вот. Ну и, собственно, там еще есть техника НЛП, потому что я напрямую обращаюсь к слушателю. НЛП изучает способ воздействия, поэтому еще на НЛП катит бочку, что вы типа тут манипулятор. Извините, любой писатель, любой поэт, любой художник, любой режиссер, вот я сейчас, любой человек, который с вами общается, он на вас все равно воздействует. И, на мой взгляд, гораздо хуже, если он делает это неосознанно и кучу навешивает там, знаете, как в анекдоте. Доктор, доктор, у меня тут на мне крокодильчики. Да что вы на меня-то их бросаете, да? Гораздо хуже, когда он на вас бросает своих крокодильчиков, и гораздо лучше, когда он делает это совершенно осознанно. Вот я это делаю совершенно осознанно. И там прям действительно я обращаюсь к человеку. Был момент, когда я там сама заплакала в процессе, не знаю, может быть, даже слышно это в голосе. Потому что я честно сама собой воздействую, иду очень глубоко. И техника НЛП подстройки и ведения, она как раз так устроена, что я присоединяюсь, а потом мы идем вместе, да, и если я иду в глубину, то как бы я вас держу за руку, и вы идете в глубину вместе со мной. Вот, видите, ручки, вот они, никаких секретов, все, пожалуйста. Волшебный позитивный разноцветик, как же радостно на вас смотреть, ничегошеньки не страшно в жизни, спасибо большое. Как лучше поддержать человека, если у него очень плохо и у него тяжелые времена? Вот. Вот это очень простая, частая штука. Здесь самое главное понять вот что. Почему я, опять же, люблю НЛП? Потому что человек, вооруженный НЛП, он вооружен инструментами для поддержания другого человека в тяжелые времена. А человек не вооруженный, он работает просто собой. И он может собой прикрыть амбразуру, но амбразура может оказаться слишком велика. И, собственно, вот вы можете там всячески за человека ему сопереживать, а ему нужно нет совершенно. В НЛП есть очень, ну, собственно, я же работала на телефоне доверия, есть очень четкие техники. Первое, что надо сделать, если человеку прям плохо, и вы хотите ему помочь, это прямо спросить у него, что он хочет. Словами через рот. Потому что мы, тут те еще, знаете, треугольник Карпмана, это когда есть спасатели, которые бросаются спасать во что бы то ни стало. Человек в роли жертвы снимает с себя всякую ответственность. Вот, и потом, к сожалению, тот, кто спасал, оказывается сам в роли жертвы. Ему говорят, что он спасал не так, не там и не тогда. Поэтому здесь очень важно сказать, я готов тебе помогать, вот я, скажи, пожалуйста, чем я могу помочь тебе. И можно даже предлагать, хочешь, там, за хлебом скажу, хочешь, обниму тебя, хочешь, поговорю с тобой. И просто замечать, собственно, что с человеком в этот момент происходит. Потому что если вы пытаетесь ему помочь каким-то своим способом, может оказаться, что ему наоборот надо поплакать, а вы ему это делать не даете. Терпеть не могу. Самое отвратительное, кто-то мне грустные глаза мои, кому не нравились, сейчас получите. Это вот эта история. Успокойся, успокойся. Все, хватит плакать. Да что это хватит-то? Как, если не плакать, если не прожить ситуацию сейчас, она комом там останется и будет какой-нибудь болячкой потом вылезать прыщами вон на лбу или на спине. Зачем это делать? Если плачется, надо плакать здесь. Одно дело, конечно, если вы вдруг расплачетесь на совете директоров, наверное, это не самое лучшее. Наверное, в этот момент лучше выйти в туалет. Кашлянуть чуть-чуть, сейчас в наши времена это очень сильное оружие, сказать, мне надо выйти, и вас тут же выпустят. Да? Но если есть ситуация, которая действительно вас очень сильно волнует, то мне кажется, что свои чувства и эмоции надо уважать и учиться с ними жить дружно, а вовсе не давить их всячески. Поэтому вот поддержка, надо понять, какая нужна. Теплый привет из Минска. Привет, Танюша, я Минск обожаю, и тебя тоже. Как избавиться от лишнего веса? Вот, Галин, смотрите, это прямо у меня серия постов была недавно на эту тему, потому что я сама с мая месяца, с апреля, сколько я, почти 40 килограмм сбросила уже, но невозможно уйти откуда-то, можно только пойти куда-то. И такая цель, как избавиться от лишнего веса, не работает. Вот на НЛП мы как раз этим занимаемся и смотрим, что, во-первых, надо понять, мотивация какая, вы чего хотите-то? Но как вы поймете, что вы что? Что вы избавились от лишнего веса? И здесь мне, например, кстати, интересно про вес. Мне мой врач-эндокринолог запрещает взвешиваться. Говорит, не, это левые показатели, они вообще не о том. Н-н-н. Мы будем на показания анализов ориентироваться. И вот это вот работает. А весы – ерунда. Потому что они зависят от количества воды, мышц. Не-не-не, вообще не об этом речь. Это ты будешь заниматься не тем. Я себе поставила, ну, во-первых, меня вдохновила меня влюбленность моя по уши и идея безумная совершенно поехать на рейв вместе.
И я поняла так, что я просто не умру там в ближайшие 10 минут на рейве, это в смысле, где танцуют несколько часов, если я буду в этом весе и в такой физической форме. И мне очень захотелось быть в такой форме, чтобы мочь танцевать такие танцы-марафоны много часов, и чтобы мне было от этого кайфово, и рядом были бы прекрасные люди. И вообще вести более подвижный образ жизни, и вообще как-то, в общем, я увлеклась жизнью. Может быть, вы иногда вы видите в моих сторис вот эту вот штуку «Танцую жизнь», хэштег, я там смешно танцую. Я довольно много танцую, правда, в последнее время, и рада этим процессам. В общем, каждый хочет избавиться от лишнего веса по своим причинам и для чего-то. Вот не почему, а для чего, вот это большая часть работы. Как говорил, по-моему, Экзюпери, если вы хотите построить корабль, можно, конечно, с помощью людей, да, других, можно, конечно, им давать инструкции, что надо делать, а можно дать им мечту о море, и они сами все сделают. Вот у нас великая сила мотивации, движение к чему-то, это как раз то, чем мы на НЛП занимаемся регулярно. Это вот это понимание. Это первое. А второе про лишний вес. Дело в том, что просто так это тоже не получится одними диетами. Там нужна такая штука, как понимание, что вы заедаете. У меня тоже об этом был пост. И надо научиться другими способами эти потребности удовлетворять. Если я заедаю одиночество, значит, я перестану заедать. А как мне с одиночеством справляться? Если я заедаю напряжение лишнее, как мне справляться с напряжением? Вот на НЛП у нас много разных техник по оси энергии, как приводить себя в то или иное состояние. И у нас есть очень успешные опыты на эту тему. Так, что у нас тут пишут? Так. Мамины вопросы, как это устроено из области ТРИС, это то, как меня мама говорила, да? Да, ТРИС очень похож на НЛП, в НЛП взяла что-то оттуда, и ТРИС это теория решения изобретательских задач, и в принципе в НЛП есть техника Уолта Диснея, которая очень похожа на ТРИС. Неназванное не существует. Не может под этим скрываться избегание проблем, трудностей, когда просто не хочешь их замечать. Нет, ну подождите, ну что вы, нет. Неназванное не существует, это не об этом. Это как раз, смотрите, нейролингвистическое программирование, да? Это о связи нейрологии и лингвистики, и языка. Если в языке нет этого слова, сознание не может на нем сфокусироваться. Моя любимая шутка последнего времени. Вы знаете, кстати, сколько цветов в радуге? В русском языке, да, в русском языке цветов в радуге 7. А в английском сколько? Сколько цветов в английской радуге? А в английском 6. Потому что на английском языке слово blue означает и голубой, и синий. А у хорошего дизайнера в радуге, товарищи, 256 цветов. Потому что он знает название всех этих градиентов. Вот. И вот это об этом. Когда вы были на какой-нибудь дегустации, если были, наверняка были или вина, или виски, или сыра, или шоколада, или чая, да, вас там учат отличать вот эти вот малейшие нюансы и дают каждому название. И вот это название, это ровно то, что позволяет сознанию на этой операции что-то с этим делать. Если термина нет, ну вот сказали бы вам в 1990 году, пожалуйста, приложение обнови на айфоне, вы бы сказали, что? Чё ты сейчас это, чё ты сказал? И вы бы не поняли, о чем речь, правда? Поэтому очень важная история связать сознание и тело. Мы, кстати, с Максом Дранко этим регулярно занимаемся на тренинге «Зеркало». И все 9 месяцев занимаемся этим на НЛП. Как специальные термины есть для этого, и есть прямо название для тех или иных действий, которое НЛП вообще родилось как язык описания именно для этого. Потому что какие-то процессы, как ты так делаешь, что ты успешен, как ты так делаешь, что ты не боишься выступать, как ты так делаешь, что твои тексты так воздействуют, нужен был какой-то язык описания. Потому что если его нет, то было бы как у Карнеги. У Карнеги я терпеть не могу вот этот кусок, когда там вот так было. А знаете, если хотите получить расположение человека, просто интересуйтесь им искренне, даже если он вам не нравится. У меня от этого взорвался мозг в 8 классе, я это читала. Если он мне не нравится, как я могу им искренне интересоваться? О чем вы говорите? Что это такое? Аудиокниги просто огонь. Да. У меня украли ваши книги, и человек плачет и смеется одновременно. Но это означает одно из двух, что они, во-первых, популярны, а во-вторых, заведите аудиокниги. Мне кажется, это лучшее, что у меня есть на тему книг. Они просто... Их нельзя украсть. Так. А если я не хочу монетизировать таланты, хочу этим заниматься для признания и удовольствия? Ну, на здоровье. Просто, Лен, у вас будет признание. Монетизация таланта, это не обязательно.
Не обязательно через деньги. Что такое признание? Это что? Это лайки, подписчики, или это восхищающиеся люди, или это выставки. Это тоже монетизация, просто она не через деньги происходит. Вот и все. Так, Валентин, так круто, значит, кому-то они нужнее. Это если про книгу. У меня тоже книгу увели, да, ребята, ну вообще. Так, Татьяна, если любишь работу, а начальница коза. Ну, если любишь работу начальницы коза, может быть, это ангорская коза, и с нее можно что-нибудь начесать там, не знаю, ну, это же пух из нее козий. Ну, я в том смысле, что вы говорите сейчас вот о чем, да, давайте вернемся к нашей схеме задачи, отношений, энергии. Вы говорите вот о чем. Я люблю задачи, я люблю энергию, а вот отношения у меня не складываются. Вот как переводится ваша фраза. Значит, надо научиться выстраивать отношения. Это первый вариант, и на НЛП мы постоянно будем этим заниматься. Второе, значит, либо надо поискать другую работу, может быть, вдруг еще и с другими начальниками платят хорошо. Либо энергия, да, либо надо себя перекодировать, чтобы, глядя на эту начальницу, мне было не противно, а весело, например. А так можно. Я на работе жру и кино смотрю, когда мне грустно, говорит Зимбабве Дашка. Ну, конечно, ты у нас вообще огнище. Дашка, кстати, я прямо жду, когда ты придешь на НЛП, потому что нам будет очень весело, я знаю об этом. Планируете ли в Казань? Не, в Казань не буду точно. У нас факт, как это, разделение. Я в Казань, нет, не поеду, но там есть прекрасный бизнес-инсайт. Они отлично работают. Ну, а, собственно, у нас НЛП практик, он онлайн, поэтому просто приходите к нам на НЛП. Вы похудели, а то ж. Доброй ночи, очень позитивная, шикарная девочка. Спасибо. Мужицкая – это девичья фамилия? Да, Мужицкая – девичья фамилия. Сейчас покажу вам. Покажу кое-что. У меня вот папа мой, Владимир Федорович Мужицкий, это его автореферат к его диссертации. Вот. Вот. Владимир Федорович Мужицкий, мой папа, поэтому это фамилия моя девичья, фамилия моего отца. У меня рост 176 сантиметров. Я очень стесняюсь. Я женщина, как полюбить свой рост? О, ну слушайте, во-первых, все познается в сравнении. Это вы рядом с моделями не тусили. Если вы пойдете в модели, вам скажут, что вы маленького роста, не дотягиваете еще до них. А вообще, конечно же, если посмотреть, как полюбить свой рост, точно так же в НЛП есть для этого техники изменения отношений к чему бы то ни было. Смотрите, есть задача, есть отношения, есть энергия. По какой-то оси? Ну, по оси энергии, конечно. Изменить к чему бы то ни было отношение, это прямо наше. Можно посмотреть по сравнению с чем. И просто я думаю, что вам надо сходить. Знаете, ваши мужчины, они все служат в армии в Кремлевском полку. Туда берут только 2-метровых чуваков, поэтому я думаю, рядом с ними вы будете маленькая. Я вас понимаю прекрасно. Я была самая длинная в школе, и у меня был парнишка, который стал моим мужем первым, кстати, вот так мне был, вот такого роста. И отлично, вы знаете, мы с ним тусили, потому что мне в какой-то момент стало наплевать, как это выглядит со стороны. И это очень важно. Так, хочу, но не понимаю, что для чего мне НЛП. А я тоже не понимаю. Вы смотрите, это очень просто понять, какие у вас вообще есть жизненные цели и приоритеты. Вы, ну, если вы там работаете на работе, общаетесь с людьми, хотите быть хорошей мамой, или, например, вы хотите, там, не знаю, доход увеличить. Вот для всего этого НЛП помогает, потому что это способ по-другому выстраивать свое мышление, свою жизнь и с народом выстраивать отношения. В чем смысл жизни? Даня, есть такой анекдот еврейский для тебя специально. Ребе, в чем смысл жизни? Мальчик мой, Данечка, у тебя есть такой хороший вопрос, и ты хочешь променять его на ответ, мальчик мой, не делай этого. И тебе же, Даня, сюда ответ такой. Олег проснулся среди ночи и понял, смысла жизни нет. И сразу стало вдруг спокойно и даже как-то хорошо. Вот так. Так. Кружка прикольная с китом. Да, это кружка с ольхоном, мне там ее подарили. Ну, кита, потому что брать, давать и наслаждаться. Это уже, кстати, с тех пор тоже началось одним образом, а сейчас уже киты стали прям архетипическим для меня каким-то моментом. А меня разозлил маньяк своей неказистостью, маленький лысый. Боже, получил отпор. Правда, когда пришла домой, долго не могла успокоиться, понимала, что могло произойти что-то другое. Да.
С маньяками там сложно. Но вот это вот очень тоже важный момент, что когда в моменте мы, да, а потом дома нас начинает колбасить, очень важно этому процессу дать выйти. Нельзя это заморозить, сказать, ну-ка, успокойся, не-не-не. Если вырабатывается кортизол, это, скорее всего, он там может колбасить сильно, надо его движением бить грушу, орать, петь русские народные песни, приседать, хотя бы попа будет красиво. Так, как сделать первый шаг навстречу себе? Это очень общий вопрос. Ну, давайте так, отвечу на него стишком-пирожком. Однажды, выбросив из жизни все то, что делал не любя, вдруг неожиданно встречаешь себя. Попробуйте так. Ну, давайте просто подпишитесь на меня и читайте мои посты. Мне кажется, я постоянно делаю все для того, чтобы вы делали шаги навстречу себе. А что за инструкция загадывания желаний? Инструкция загадывания желаний вот в книге «Теория невероятности», вот в этой, очень подробно изложена, даже подробнее, чем нужно. Ну и на НЛП мы тоже этим занимаемся. Там, собственно, первая задача, которую я уже здесь озвучила, главное, чтобы желание было сформулировано, что вы хотите, а ничего вы не хотите. Бывает ли... И следующее, очень подробно представить, как вы поймете, что ваше желание исполнено. Давайте хотя бы с этого начнем. Я еще ко всему... Предлагаю добавлять слово «легко и радостно». Бываете ли вы с тренингами в Оренбурге или Самаре? В связи с пандемией мы почти нигде сейчас не бываем с тренингами, кроме Москвы и Ольхона. Вот. Так. Тут уже народ договаривается, кто с кем пойдет гулять. Девки, счастья вам. Гуляйте. Татьяна, я начала новый проект, но он идет очень туго. Все время мешают обстоятельства какие-то. Начала сыпаться, уходит команда действующего проекта. Что такое может быть? Что это может быть? Может это быть то, что что-то с задачами, что-то с отношениями, что-то с энергией. Посмотрите, насколько выполнимые задачи вы поставили перед собой или перед командой. Посмотрите, какие у вас отношения, действительно ли они прояснены. И посмотрите, что с энергией. Может быть, вы сами боитесь или не разрешаете этому быть. Вот. А вообще я прям рекомендую сыграть с этим проектом в игру. Можно. Здесь довольно много. Здесь Света Бабкина есть, я вижу. И Лена здесь есть, которые играют, ведут игру. Можно. Прямо сейчас здесь в комментах. И можно там как раз очень красиво увидеть, собственно, что у вас с проектом. И сделать так, чтобы он состоялся. Так, для меня настоящим открытием стало, что я просто отношенец. Да, отношенец, властник или технолог, это из книги «Мне все нельзя». У нас сегодня как-то именно этой книги получилось много. Ну и хорошо, у меня вообще их больше гораздо. Но рада, что вы спрашиваете. Так, на Мальдивах у нас, кстати, будет еще вот тренинг на Новый год. Татьяна, я правильно понимаю, что НЛП это всего лишь одно из инженерных описаний личности и того, что с ней происходит, а также... Набор инструментов для воздействия на эту самую личность без само, чего без само. Даня, это очень сложно. Ты настоящий психолог, говоришь очень сложными понятиями, и видишь, не до конца здесь фраза. Я предлагаю нам с тобой как-нибудь подискутировать на эту тему. Мне не нравится, я могу сказать, что мне не нравится в твоем сообщении фраза «всего лишь». Она уже что-то такое делает, что вызывает у меня по оси отношений желание отодвинуть этот вопрос. Вот, и так оно и бывает, собственно, каждая фраза что-то значит. Так, а вот что мне напоминает ваше платье, елочку, вот такая я елочка. Итак, собственно, нам пора заканчивать эфир, как быстро пролетел час, ребята, офигеть просто, офигеть. Так, значит, итак, резюме. НЛП – это очень такая многогранная вещь, которая помогает отформатировать способ мышления, способ взаимодействия с другими людьми, управление энергией и управление задачами, задачи отношения энергии. Курс, значит, у меня в моей ссылке профиля или на сайте мужицкая.ру есть ссылка на НЛП, или здесь есть Макс Дранко, и он может вам в этом помочь. Можно написать мне, я вам тоже кину ссылочку. Значит, курс идет у нас 8 онлайн-модулей и один бонусный очный. Модули проходят один раз в месяц, суббота-воскресенье, целый день интенсивно через Zoom, ну, прям иллюзия реального присутствия. Вот. И есть между модулями межмодульники и так называемый попиздельник, когда мы отвечаем на вопросы. Там очень много практики, он вообще весь абсолютно практический курс. В конце вы получаете, если вы сдаете сертификацию, сертификат
НЛП практика. И если у вас есть диплом о высшем образовании и вы хотите получить дополнительное образование онлайн-консультанта-психолога, вы получаете и такую корочку тоже совершенно официальную, если только это российского вуза у вас высшее образование. Вот. И я всегда говорю, мы обнаглели и говорим, купи себе уже хороший год и не парься. Правда, вот у нас шел... Вот этот курс шел 9 месяцев, и все, кто на нем учился, говорят, ребят, так круто. Неважно, что было снаружи, локдаун, не локдаун, там народ ковидом в этот момент переболел, что-то кто-то разводился, кто-то уходил с работы, приходил на работу. Совершенно другое качество жизни. Важно, чтобы как-то не то, что я себе в Иерусалиме не понравился, а чтобы я себе в Иерусалиме понравился. Вот чтобы жить и радоваться, нужно всего две вещи. Первое – жить, второе – радоваться. Ура! И, собственно говоря, этим мы и будем учиться заниматься на курсе НЛП через очень-очень-очень разные варианты техник. И через задачи, и через отношения, и через энергию. На этом все. Я вижу, что у вас очень много вопросов. Спасибо вам большое, что у вас так много. Когда вы последний раз болели? Давно. Я не помню, когда. Что-то очень давно. Вот. Поэтому возраст может быть для НЛП совершенно любой, от 18 до бесконечности. У нас есть разные примеры, и это очень здорово. Поэтому, ну что, я думаю, что мы не последний раз с вами, ребят, здесь общаемся. Я никуда не денусь. Эту неделю до субботы я вас буду бомбить постами про НЛП. Спасибо большое про Кёнига. От Кёнига привет. Хорошо, я рада. Вот, глаза не грустные, а умные, да. В общем, ребятушки, я вас люблю. Я очень рада, что мы с вами друг у друга есть. И поэтому приходите на НЛП, мы будем с вами весь год учебный просто, что называется, не вынимая друг друга, любить всячески. Вот. Ну, если не придете на курсы НЛП, все равно мы же будем с вами здесь на связи. Я регулярно пишу посты, делаю сторисы, эфиры. Все, пора прощаться. Пелевина читаю, не дочитала до конца еще. Люблю его очень, но не дочитала пока. Только одну. Все. Ух, ну что ж, пора. Спасибо.